Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня опять очередной победитель, точнее, выбор победителя еженедельки. Еженеделька – это конкурс, который проводится, там, грубо говоря, с субботы по субботу. Среди видосов, которые я делаю, выбираю рандомом один видос и выбираю оттуда победителя. Что вам надо сделать? У вас должно быть как минимум 15 репостнутых видосов за неделю. Также у вас должна быть открыта подписка, открыто видео, которое вам понравилось, сделан репост, и должны вы оставить коммент, ну и, конечно же, не спамить. Вот так вот. И помимо этого у нас сегодня еще конкурс, интересный конкурс, о котором я вам расскажу после того, как выберу победителя этой недели. То есть на следующие выходные у нас опять же еженеделька. Возможно, посмотрим, я сделаю опрос, десяточку разыграем или дальше будем ее качать, потом разыграем. В общем, определитесь вы сами. И также дополнительно этот конкурс, то есть он будет тоже закончен на выходные. Так, окей. Поехали, начнем с определения победителя еженедельки. Так, отлично, открыл вам свою страничку, поехали, видео. Так, ну сегодняшнее видео, в принципе, вот видно курсор. Открываем новые плюхи на десяточке, это вчерашний видос, то есть он участвует, будет последним. А начинали мы вот с этого, халявные сундуки. Это прошлое воскресенье было. Итого, раз, два. Два видосика с этой ники. Так, раз. Буду смотреть, или все открыты. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть на шесть. 36. 37. И... Два отсюда. 38. 39. От 1 до 39. А на следующую неделю уже... будет участвовать видос вот этого с роллинг 51. Так, 31, окей. Поехали, выберем. Люблю эти числа, конечно, но... Давайте собьем этот рандомчик. 1. 39. Сгенерировать. Бля, это какой-то бред. Я еще раз... Потому что, ну, я не знаю, меня это уже надо, короче, искать реально. Что-то новое. Последние видосы тулят. Так, десятка. Окей. Десятка, в принципе, нормально. Это где-то вторник, среда у нас был. Но это реально просто жесть, ребят. Хоть-то он забагованный, то ли что. Но реально последние видосы кидает сразу же. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Это китайка, детка. Ага. Ну-ка еще разок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Да. Прокачала без донату. Окей. Так, давайте так вот уменьшим. Нет, так у нас не получится. Смотрим, проверяем комменты сразу. 77 спами. Ребят, участвуют абсолютно все видосы. Можете, ссылочка есть в описании по конкурсу. Также есть телега, куда я выкидываю видосы. Можете тоже туда подписаться на канал, и будет вам проще. Там я стараюсь публиковать все видосы, которые выкидываю. Так, отлично. Все комменты открыты. Так,
Так, ну интересно мне посмотреть, не будет ли зависать опять. Самая большая проблема была на прошлых. Нельзя было толком нормально проверить. Китайка удивляет. Да, это был четкий роллинг. Ну, вроде все good. Сейчас я пооткрываю все ваши комменты, чтобы потом проверить. Отлично. Все, все комменты открыты. Так, есть. Отлично, с этим разобрались. Такс. Открываем сначала ютубчик опять. Так, где китайка? Видите, вот один видос не открытый, там еще они все сместились. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь, девять. А, вот он. Так, отлично, смотрим. Что у нас? Все, вроде все комменты открыты, отлично. Поехали, копируем URL-ку видоса. Ай. Немножко не то нажал. Такс. Для сюда. Ставить. Поехали. Поехали выбирать победителя. Руслан Султанбеков. Окей, смотрим его ютубчик сразу. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, я думаю, здесь все видосы тоже есть. Так, это есть. Видосы, которые понравились, есть. Отличненько. Поехали. Давайте сразу попробуем. Найдет, не найдет. Починили, не починили. Да, починили. Отлично, один раз. Даже можем по страничке пробить. Один раз писал или не один. Да, то же самое, отлично, здесь все хорошо. Поехали, включаем VPN-очку и смотрим. Такс. Так, вчерашние видосы есть, ну, в общем, все видосы есть, все отлично. Даже дальше смотреть, ну ладно, посмотрим. Кто тут больше даже? Вот даже раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Ну, в общем, есть. Он все сделал, все, что надо. Написать. Плюс поздравляю. Хотел смайлик послать. Так, окей. Поехали дальше. Что там у меня делается вообще на страничке? Плюс 73. Блин, когда ваши письма поразбирать? Я даже не знаю, ребят. Да. Так, хорошо. Это что-то у меня не репостнулось. Больше просмотров, чем с репостом. Так, хорошо. С победителем мы определились. В принципе, он все условия выполнил. Поехали обратно.
в игру. В общем, конкурс дополнительный. У нас конкурс на Огника будет. Что надо сделать? Надо угадать. Ничего сложного, ребят. Лайк, репост. У вас должен быть именно этого видоса. То же самое, все, что я только что показал, что сделать для победы в конкурсе. То есть должен быть, ну, не 15 видосов, а именно этот видос у вас должен быть, потому что именно по нему будет розыгрыш Огника. Что вам надо? Лайк, репост, открытая подписка, коммент с количеством сумочек, которые я сейчас открою. То есть вы должны угадать, ничего сложного, в принципе, многие угадывали. Вы должны угадать, сколько Огника мне выпадет вот с этого количества сумок второго левела. То есть вот так вот. То есть для вас как бы ничего сложного. Не знаю. Давайте я сейчас их открою. Или даже не так. Мы их откроем на стриме. Сделаем стримчик. И на стриме мы это все разыграем. То есть откроем и определим сразу победителя, чтобы это было в онлайне. Так что у вас есть неделя именно на этот видос написать количество, сколько их выпадет. Мы открывать будем именно 111 сумок. Будет больше, я их все обнулю, ну, до 111 открою, и потом мы это решенем. Вот так вот. То есть мы должны, точнее, вы должны угадать количество правильное, написать коммент, сделать все, что я сказал, и ждать розыгрыша на следующие выходные. И мы в онлайне. Я, в принципе, думаю, не буду ничем таким занят. Постараюсь выбрать время, оповестить вас всех, и мы разыграем это. Все. Пишите комменты, лайки, репостики, ждите видосиков. Видосы, начиная, я показал вам, с какого участвует уже на следующую неделю. В общем, следующие выходные будут веселые, поэтому ждите, и, возможно, вам повезет. Все, всем удачи, всем пока.